Бэй Пандос, блядь. Хочу этот матч видеть. Пандай Фэкс, ты правда. О, слушай, это, кстати, бифовая тема. Хорошая здесь пара, мне нравится. Ой, проверка для Андрюхи будет. Я даже не знаю, за кого здесь болеть. Ага, FIFA, а кто у тебя любимчики, блядь? Ну вообще вот сначала, с кого я начал смотреть, это Пандос был. К Пандосу ты прям на максимальном респекте. Ну вообще, да. Ну что, друзья, всем здорово, Пандос, FXович на связи. У нас второй тур Кубка Фиферов. И жребий меня сводит, наверное, самым худшим вариантом, который мог вообще быть. Это МБП. Я посмотрел его матч с Денисом Бадаевым и просто охренел. Он играет люто, там вот этот микроконтроль, всякая вот эта дичь, блядь, страшная. Это, очевидно, будет не самая легкая прогулочка для меня. Касаемо моего стиля игры. Не знаю, насколько душным он будет сегодня, в зависимости от того, как будет играть Бэйп. У меня состав такой же, мне никакие суперкарточки не подвозят. Хотя, вы знаете, могли бы вообще-то. Лучше бомбардир клуба ушел. Поэтому очень хотелось бы видеть его карточку конец эры. И давайте взглянем на состав Бэйпича. Это Джерсон, блядь, слева 93-й, Пае 93-й, Гиндузи 91-й. Вроде, казалось бы, он в сильных был чуваках, но команда у него как будто бы на бумаге не так уж хуже, чем моя. Я очень часто играю товарки с Джеффом, и вот этот вот парень постоянно крутит такие нереальные файносы. Дальний удар есть, прицельный удар есть, поэтому я так подумал, может быть, сегодня попробовать лонгшотиком похерачить. В первом туре я был Мозом, во втором туре я буду Денчиком Фломастером. Встречает нас, ну это же мета, братан, ну это мета! А мне, друзья, лишь остается вам напомнить о моих постоянных спонсорах. Это мои хорошие легальные друзья из компании Пари, у которых недавно произошел ребрендинг. Посмотрите, как красиво и стильно выглядит сайт. Там вы можете делать ставочку на абсолютно любой вид спорта, начиная от футбола, заканчивая киберспортом. Куча интересных матчей, на которые вы можете сделать ставочку, и также, если вы пройдете верификацию до конца, то вы получите отличный бонус. 1000 фрибетов, друзья. Ссылочка будет в закрепленном комментарии. Переходите, и всем удачи. А если вам нужны монетки, мой личный сайт по продаже монет PandaCoin в описании. Уф, все, выдохнул, друзья, не нервничаем. Все нормально. Да, на бумаге я слабее, да, понимаю, что МБП круче меня задротит, но это FIFA. Кто угодно может обыграть кого угодно. И поэтому настрой максимально боевой. Так, ну чё, Бэйп разводит с центра поля. Полетели. Сейчас я буду смотреть, как он играет. Друзья, пока что ничего сделать не могу, он меня душит. Интересно, это месть за акулы или что? Ладно, полетели. Так, вот такой вот пас. Такой вот пас. Блять, сука! Тихо. Йо-хо-хо! Вот о чем я вам говорил, бля! Денчик Фломастеров, передаю тебе салам алейкум! Так, я не хотел танцевать, честно, как скипнуть. Бля, начало, начало вообще разъебистое, бля. Это то, о чем я вам говорил, друзья, в начале матча. То, что файносы от Инсиния, это сильно, играем дальше. Денчик был прав, блять, это мета. Так, ну ладно, опять же, 1-0 ничего не значит, играем дальше. Ага, здравствуйте, как ваши дела? Как ваши дела? Тут есть Осимен, который может на втором этаже побороться, сука. Давай, 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 добеги, Юмаз. Юмазик хорош, лучший, Инсиния. Бля, я нахуй ударил, надо было пас давать, сука! Бля, это читалось. Хорош голкипер. Угу, так вот. Бля, ну он пиздец, он тоже, блядь, сидит в защите, просто я ебал, бля. А вот так вот можно? Ебать, перекладина! Сука! Я в ахуе! Ой, друзья, перекладина, сейчас бы забить, и вообще красиво было бы все. Так, ладно, теперь ответная атака Мбэйпа. Так, ну не спешит. Не спешит, катает. Ага, здравствуйте. Тут и не синяя сожрал, нихуя себе. Один-один.
проебал, блядь, мяч-то ненужный, блядь. Вот все, вот нахуй это не нужно было, блядь. Ну и тут мой долбоеб голкипер 79 рейтинг, здравствуйте, блядь. Блядь! Ну вторая перекладина, ну вы че, ржете надо мной? Бля, чуваки, ну обидно. Две ебаные перекладины. Блять, хуёво, хуёво, блять. Так моменты транжирю. Так, я вижу. Я вижу Асимьена, блять. Нет. Поверил я в его забегание, но хуйня получилась. Долго, очень долго катает. Не осуждаю. Пиздец. Я в ахуе, это чё, блядь? Ебать. Не, бейб хорош. Он знает, что он делает. Бля, ну это пиздец. Такие финты в тайминг он крутые делает. Бля, вот смотрите, я не знаю, куда давать. Типа, бля, все так на грани, блядь, на тоненького. Створ летел. Ладно. Чё, 1-1. Потная каточка у нас пока что получается, бля. Так, по владению 49 на 51. Сегодня бездушного дерьма. Ожидаемые голы у Бейпа 0,5, у меня 0,7. У него вообще один удар, все. Да, у меня половина лонгшотов. Но, блядь, две перекладины, сука, обидные. Ладно. Как бы там ни было, играем дальше. Блянь, Синя, почему ты здесь? Третья перекладина. Ебать! Ну, типа, блядь, это как, сука, чиркнуло-то как? Ну, пиз... Блядь, сука, третья перекладина, труся. Я в ахуе. Бля, ну тут деревяшка такая у меня с мячом, прям пиздец. Перекладины, друзья. Три ебаные перекладины. Ну какого хуя? Ну да, лонгшоты, типа, знаете, там не на верняк, так скажем, я разыгрывал. Но все равно, блять, обидно, блять. Я должен побеждать в этом матче. Ну нахуй, блять. Три перекладины, я не прощу себя. Фух. Автоблок, блять, спас меня. А, там еще офсайд был. Бля, он держит его, смотрите, не дал мне пробежаться. Так. Фу, куда бежать? Куда давать? Бля, он читал. Хорошо, мяч у меня. Так, Инсиня, ты ко мне подойдешь? Блять, а можно друг у друга мячи не отнимать, блять? Ну это пиздец. Ну, блять, ну друг у друга мячи отбирают. Ну вы ебанутые там, пацаны, блять. Блять, сука, теперь он решил пробить. Понял, блять, мету прохавал, блять. Денчик фломастеров открыл глаза всем участникам Кубка Фиферов. Ебать, что я делаю. Бля, спасибо, Ангус Мангуста, или как тебя там? Бля, он кроет очень сильно. Ну, типа, мне опять приходится вот так вот по флангу. Охуеть. Я, блядь, сейчас чуть не ёб... Пиздец! Соберись, нахуй! Чё я сделал, долбоёб, блядь? Ебать. Отворот. Бля, я такую хуйню сейчас чуть не привез сам себе. Но это был бы просто разъеб, блять, моего очка, блять. Я не могу выйти из защиты. Посмотрите, что это за прессинг. Бля, пацаны, научите так играть. Давай, давай, Политано. Блять, офсайд. Бля, нахуй я дал пас. Я, бля, в глаза долблюсь. Нахуй я дал этот пас. Ебать, какой пас прошел. Автоблок нормально. Тихо, тихо.
На нахуй, блядь! Ебать, друзья, ну это разъёб. Чё за карта, блядь? Ёбаный Инсинью, чё за карта? Ебанись, блядь. Три перекладины было ещё с лонгшот, ну это пиздец. Денчик Фломастер, у тебя появился конкурент, блядь, нахуй. Это же мета, братан. Так, всё. 76-я, друзья. Без хуйни. Хорошо. Он тянет, он ебать, я панда не ожидал тебя такого, блядь. Бля, ну он пиздец меня кроет опять, посмотрите, блядь. Отпиздили. Нормально. Блядь, чё за пас? Пизду, блядь. Не привозим. Назад, все друзья, назад, назад, идите, назад, назад. Назад, назад, друзья. Он же фул в атаке, я вижу. О! Мирет, блядь, 79 рейтинг. Я вам говорю, что это лучшая карта в этой игре. Бля, у него все игроки. Все пришли. Давай, давай, беги, блядь, пожалуйста. Пожалуйста! Так, 87-я, друзья. Две минуты добавлено, друзья. Две минуты добавлено. Блять. Это пиздец сейчас будет, друзья. Нахуй, победили! В конце подтянул. Да, сори. 163, нормально. Бля, какая хуйня. Я, честно, вот подтягивал с той точки зрения, что, бля, я бы себе не простил, если бы я, блядь, проиграл бы в матче, где у меня было три ебаные перекладины. Да, с лонгшотов, но это мета, блядь. Не зря же Денчик об этом говорил. Инсиня, два мяча, Йилмаз ассист, Политана ассист. Бля, карта Инсиня, это просто, блядь, конфетка, нахуй. Честно, честно скажу, да, где-то Бэйб был сильнее меня, вот именно вот в контроле, в дриблинге, он прям молодец. Ну, бля, лонгшоты, это имба, блядь, так что пользуйтесь, пацаны. Натравил на себя всю семью, блядь, из Тудроц, мне сейчас кажется, они все меня будут ненавидеть. 97% успешных обводок, кстати, больше, чем у Мбаппе. Бля, первый гол вообще охуенный, вы посмотрите, блядь. Типа, Инсиня перехватывает мяч, смотрите, чекаете? Вот так вот, блядь. Потом этот через себя бьет. Мяч летит обратно. Инсиня хуярит, блядь, с 3000 километров. Потом у меня была штанга, к сожалению. Потом еще было две штанги. Повторы не показываются. Потом Дмитрий Пае. Здесь он хорошо отыграл. Разыграл. И, собственно, я пропустил. Ну и, блядь, шведой. Коронной, блядь. Моей шведой, друзья. Он берет и закладывает в стиле а-ля Куарежма, блядь. Ну, типа, очень похож на гол Куарежма. По владению 5% у меня всего лишь больше. Если кто-то будет говорить, что я ебать там, блядь, нахуй пол игры тянул. Нет, я чуть-чуть дотянул там последние минуты. Потому что, сами понимаете, 90-я минута, ты пропускаешь говно. У тебя тильт, блядь, из-за того, что у меня еще три штанги, блядь, ебаный рот, блядь. Спасибо Бэйпу за игру. Опять же, сори, ничего личного, к тебе прекрасно отношусь. Пандос Фиксович был на связи. Спасибо, что смотрите меня. Люблю, целую. Чао, какао. А сегодня, друзья, большой привет отправляется Кефиру и его чатику, Акулу и его лучшие реакции. Ну и самый пламенный привет передаю пуканам моих хейтеров.
Все, chill down.